О май гад. Красавчик вообще. О, это же Симба! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Эдеркиев Карт. Мы смотрим этот канал, тут угарные пародии на всякие мультики, там, диснеевские и прочие. Сейчас у нас на очереди русалочка, Ариэль. Опа-на. О, господи, как прекрасно и экзотично. Интересно, зачем люди это используют? Ну как, зачем? Для тюремных загадок, естественно. Ой, это великолепно. Как же я счастлива, что я это нашла. Окей, дай-ка сюда, сестреночка. Я это первое увидела. А ну-ка, убрала руки от моей прелести. Что происходит? Я, конечно, здесь... Я не смотрел, я вроде знаю, что там то ли фильм, то ли какой-то мультфильм полнометражный по русалочке. Я не смотрел, там что, вот так вот было, да? Спанч Боб в шоке! Спанч Боб думает, даже в моем мультсериале такой дичи не было. Это мое, мое, мое. Hey girls, девочки, I think I saw a shark swimming by. По-моему, я видел акула тут где-то. Тут Спанч Боб был, какая акула? Из Спанч Боба не заметили, акулу какую-то заметили. Давайте поторопимся и свалим отсюда. Да нечего волноваться. Любименький. Расслабься, любименький, мы полностью в порядке. Почему она назвала его любименьким? Внезапно начал. Так, о, ням-ням-ням, смотри как. Это было классно. О, поймали. Фриковатая русалочка. Ну, это заметно. Тут как бы не только русалочка, тут вообще все. Опять Спанч Боб, слушай, Спанч Боб, ты чё, это, сталкеришь, что ли? Ты можешь... Ты меня пугаешь, Спанч Боб, ты реально жуткий тип. Прекращай этим заниматься. Вот, смотрите, пусть отсюда голова не вылезает, я очень прошу. Хотя бы здесь, без этого. Я считаю, что этого достаточно. Этого достаточно будет в анимации со скими туалетами, окей? Но я чувствую, сейчас может вылезти. Вы, двое, чё это за место? Тебе батя уже сказал, держись подальше от людей. Oh, ой, иди задалбывай кого-нибудь другого. We'll do whatever we want. Ничего хотим, то и делаем. Чё-то ругается на него. Хо, нормально. Ну а чё, Спанч Боба увидели, надо и мистера Крабса запустить торпедой от клюшки, да? Правильно. Чё такое? Нечему радоваться абсолютно. Вдруг это пиратское судно? Хотя да, там же Джонни Депп, наверное, он же красавчик, поэтому... О боже, какой же он красивый. Ну, наверное, для вас, да. Ну, я так считаю, что такую принцессу никто не заслуживает. Как это было нарисовано, просто интересно. Он мой. Нет, я его первая увидела. Он должен быть моим. Да слушайте, у вас такие рожи. У вас меньше шансов, чем у этого краба, которого вы клюшкой запустили. Он с ним больше вероятностью будет. Вы что, девочки, угомонитесь? Я его видела первый. Нет, я. Ты его не заслуживаешь. Так, понятно. А, первым его увидел Посейдон. Сейчас он его заберет себе, да, я так понимаю. Все, поплыли. Хорош. Ой, мамочки. Ты глянь, как он быстро сдался. Спанч Боб, это ты все подстроил. Это ты волну нагнал, по-любому. Ах ты, пупырчатый говнюк. Красавчик вообще. О, господи. О, это же Симба. Здорово. Погрызи его, давай, он вкусный. Мне краб рассказал, что вы там творите. Вы последний раз меня ослушались. Теперь я положу конец всему этому говну раз и навсегда. А, короче, девочки, вы наказаны, да? Вам нельзя теперь выходить из вашей коралловой комнаты. Я понял. Ну, естественно, все ваше имущество уничтожается без права на восстановление. О! Hello, little girls. Привет, маленькие девочки. Crying doesn't suit your beautiful faces. Вашим прекрасным лицам не подходит плач. А по-моему, идеально подходит. Посмотри, вот мне кажется, вот сюда вот прям слеза вот прям напрашивается. И лицо прекрасное, и слеза напрашивается. И здесь тоже, в принципе. Ну, хотя, господи, даже Патрик более красивый, чем... Что это за рожа? Ну что это за ужас? We know someone who can make your every desire come true. Мы знаем кого-то, кто исполнит все ваши желания. Урсула. Серьезно, Спанч Боб? Это вот такое вот у тебя повышение по карьерной лестнице мультипликационной. Шестеришь на Урсулу? На старого вообще персонажа мультипликационного. Ты, казалось бы, свежая кровь.
Ну хотя какая свежая, в 90-е годы, по-моему, первая серия вышла, ну неважно. Нужно ее посетить. Уверен, она поможет. Когда, кстати, вышла первая серия Спанч Боба? Ну, в 90-е, по-моему, да? Старый мультсериал, пипец какой, да? Так. Опа. Ну, Урсула, господи боже. Hello, my darling. Привет, дорогуши. Хованский, что ли? Чё-то похож. Если бы Хованский накрасился, сделал бы такую прическу. Ну и еще жил бы под водой, наверное, было бы что-то в этом роде. Я вас ожидал. Кто-то сказал, что вы исполняете мечты. Да. Мы хотим жениться на том замечательном человеке, которого мы видели. Конечно, это можно организовать, да. Только донатик на стриме, пожалуйста, побольше мне. Я вас всех сделаю людьми. А у вас 3 дня, чтобы сделать этого парня, чтобы он вас поцеловал. И тот, кто поцелуется с ним, будет человеком навсегда, замуж за него выскочит. Вот это вы две дуры, если вы на это согласитесь, конечно. Я бы лучше бы русалочкой плавал, мне кажется, веселее, чем... стряпать борщи там, стоять потом целый день и шачить на него там. We'll be my slave. А кто нет, то будет моей рабыней. Ой, я вам, девочки, скажу, кто из вас проиграет, то и дико не повезет. Рабыня и у Хованского это жестко. Я видел его квартиру, там убираться долго. Да, вообще легко, что-то изи, что-то. Я даже не буду это повторять. Ну погнали, что. А радости-то сколько. Вау. Нифига себе кульбиты какие. Так, слушай. Вау, вот это принц просто. Вот это принц, вот это прям кандидат в женихи, да? Вот он, мой будущий муж. Пошла с дороги. В твоих мечтах, сестренка. Короче, я так понял, что окажется в финале, что он нетрадиционной ориентации вообще. Они зря вот это машутся тут. 3 дня спустя. Да ладно! Правда, что ли? Ну, это было очевидно. Вот в стиле вот этого клипа я сразу вспомнил. Эй, I just met you and this is crazy. А теперь вы мои. Ха-ха. Поздравляю! Поздравляю, девочки, удачи. Угарные покемоны. Кстати, не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, если нравится видео. О, это песня. Ой, слушайте, покемоновского психоаналитика срочно. Если бы меня вот такое облизали, я бы из его кабинета не вылазил. О боже, что это? Серьезно, там такие покемоны есть, реально? Какой кошмар. Ну, движение прекрасное, да. Говномон, покемон-говномон. Прекрасно тоже. И движение прекрасное, и вид у них прекрасный, и говномон прекрасный. Все просто чудесно. Я хочу полностью покемонов, все серии вот в таком стиле. Прям хочу, чтобы вот так вот сами вот создатели покемонов перерисовали свой мультфильм. Такое я бы даже посмотрел. Все сезоны, вообще, без проблем. За один день. Просто сразу. За час, на ускоренной перемотке, не вопрос. И да, я знаю, что я вот это уже смотрел, но я просто, знаете, не удержался что-то. Что-то как-то вот рука сама потянулась последнюю минутку, что-то хочется на это потратить еще раз. Это божественный видос, я считаю. Я его, кстати, записывал уже, потом я его еще сам отдельно 2 раза смотрел. И сейчас еще раз решил. Посмотрите на эти движения, ну это великолепно. Уэнсдей и Меган просто вот знаете, вот я... Не сказал бы, что мне понравился сериал Wednesday, но вот если бы вот этот чувак его весь нарисовал полностью, я бы весь посмотрел, опять-таки. Ну, то есть, вот я готов смотреть все, что рисует этот чувак. Это прекрасно. Меган вообще не видел, но в его исполнении тоже хоть 150 раз пересмотрю, да. И вот эта концовка, она, конечно, феерична. Что я могу сказать? Кликайте теперь сюда, переходите, тут продолжение веселья. Тут уж на сегодня хватит, я думаю, надо психику мне немножко успокоить. А вы, в общем, кликайте сюда, увидимся там. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.